Малыш, 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 малыш. 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 Мы его пока не выгоняем, он у нас тут во дворе подсасывается. Такой резвенький, маленький, подрастет уже маленько. Какой-то не ручной, те у меня ручные. Вот. Не очень хорошо видно. Было ночью. Снимал. Вот у нас что привезли мы. Сено было влажное, напрессовали. Неприподъемные тюки стали. До двух часов вывозили. Вот теперь проблема разгрузить. И сегодня, вот как я говорил, ездил. Центр. Пятку у нас все рвет. Вот, оторвало, стерло ее. Новую проставку эту поставил. Вот. Вот. И все новое решил поставить, чтобы не било ни лево, ни право. Чтобы не отрывало, попробовать, что будет. Эксперимент уж провести вот на обе стороны железки. Вот. Попробуем, что сейчас на выгуле мы. Сейчас часа 3,5-4 походим и домой. Здесь вот еще зерно в этой телеге надо разгрузить. Все, времени нету. Времени вообще катастрофически не хватает. Вот у нас в этом году сочные корма. То есть тыкву мы сажали. Весна была как бы ранняя, но дождливая. Пчелы вовремя облет не сделали. И все. То есть опыления не было пчелами. И все.